приветствую, друзья. Сегодня с Саньком выбрались. Да, ключи. Да ты не отдавал мне ключи. А, да. Ты что, карман мне засунул? Я нет. Давай. Мои вещи захвати тоже. Да? Портфель и стул. Ну куда ты пошел? Портфель со стулом захватим? Да, я тебе. Ну да, можешь. Вот, ребят, выбрались очень на рыбалку. Сегодня такая пасмурная погода будет, вроде как по прогнозу. Ветрено, не сильно должно быть. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Будем сегодня косить форель. Посмотрим, что получится. Погнали! Я еще и карабины мелкие купил. Чего? Ни хрена у меня не обрыв на обрыв. За одну рыбалку пару обрывов. Рыба крупная была. Да, он, я не знаю, что он трется. Эй, здорово. Грязный, наверное. Отстань, отстань. Так, по пасмурной погоде. Я обычно начинаю что-нибудь яркого на золотистой подложке. Вот, начнем с такого. Че? Какая катушка? Катушка после Шиманова. О, и ну, че с этой катушкой? Она реально деревянная какая-то. Не помню, нет никакой. А зачем свой Ултвина продал тогда? Далеко забросить можешь. Начнем с угля. Эй, дружок, ты куда кидаешь-то? Пробуем на черной подложке на сукуруто. 3 с ним. Хай бёрст, HT бёрст. Англичанин. Что? Приманка, Волкейн. У тебя все руни прям родные, да? Да. А?
что? Зачем мы стулья? А? Да. Я тот поменял. Я же там все поснимал. Все бирки, все. Прихожу, говорю, ну так и было, что? Ты помнишь, у них эти подсаки такие? Просто бирка на рукоятке была наклеена с цифрами, артикул. И все. Вот я говорю, там просто бирка была, я ее сорвал, естественно. Все. Она, да, ну сейчас посмотрим. Ну, по чеку нашла и все, ладно. Надо перекусить, точно. И рыба попрет. Что за вас, ребят? Пока чужие. У меня просто, я первый раз на первом секторе, для меня это всегда был такой часовой. В смысле, раз ты первый? Мы же были, по-моему, с тобой. Раньше вид был, ни разу не был. Не ругайся, мат. Я так не сказал, я сказал не ругайся. Ты опять начинаешь? Я тебе сказал не ругайся. Сам делал? Светка сделала? А что ты закрыл? Может, я два еще съем? Ну, это, блядь, это на обед. Все ровными порциями. Не годится так. Ровными порциями. Время 8 нет, ты уже это точишь. А? Все. Следующий прием пищи во сколько? В 3? Да. Давай перекурим пока. На, включи, на. Попробуй вот потом закинуть вот эту лапшу. Только если мне все запутаешь. Ой, в карман. Запутаешь. Я думал, вот такие тупые шутки. Ты же каждый день по 5 штук. Кидай садок сразу. Попробуем поставить такое вот. Прикинь, отстрел. Да иди. Блин, хорошо взяла. Да он рядом с берегом. А где Митя-то? Солнечный. А? Солнечный. А, солнечный.
останемся все в том же весе, 1.5 грамма. Рунька. Ну ты что, на волшебный что ли рубач? Не, я имею в виду серебро просто такой странником, блин. Да? Ну очень. А ты не пробовал на зимний вот этот наш вилем сегодня? Я сегодня хотел попробовать. У меня Кусама этот, профессор, 7 грамм есть. Вот на нее хочу сегодня. Я ее далеко швырнуть смогу. Какой обидный сход, Сашка, Сашка. Просто невозможно. Есть? Я говорю, это... Флюр это говно, похоже. Опять обрыв. Что ты будешь делать? Да ты прикинь. Ребята, не берите вот этот вот флюр. Это не флюр, это говно какое-то. Охренеть. Второй обрыв. Да. Ты хоть поиграл. Да. Да это уже минус 2 блесны. А? Да вот здесь прям под берегом. На поверхность? Вот здесь под берегом. Какая здесь глубина, Сашка? Вот это будет такой небольшой сравнительный тест. Каидовский флюр 0.16 и санлайновский 0.16. А? Поймаем. Да, ну я просто в шоке. Thank you.
Вот такая блесна дохна. Да у этого, у мозгов прям. И куда ты встал? Иди отсюда, значит. Слышь? Дружок. А ты вообще не видел, да? Ничего не замечаешь? Да. Золото, короче. Ей важна подложка на золоте. А? Че, блесны? Да нет. Да, небольшая килошница, наверное. Сосна? А? Нет, здесь опять. Поэтому меня прогоняют? А? Да нет, встал и кидаешь мне поперек. Че, купил? Такие с большими блестками, а как нет. Золото главное. Ну, есть лапки. Ну так бросай. Я думал, вот я. Блин, да ну ладно. А? Ну нормально. Медленной проводкой, Саш. Вот еще одна красотка. Сюда маленькая. Маленькая? Угу. Какая маленькая? Да маленькая. Берега? Да. Ты что здесь бросил? А ну убирай свои хрень. Ой.
обрыв. Да, уже минус 3 блесны. Обидно. Что-то у тебя сегодня писет. А? Обрывы, а не сходы. Ну. Я думал, у тебя сходит. Нет. Пару раз ходила и пару обрывов было. Жопа какая-то. Санлайн флюр не покупайте 0.16. А я давно не покупаю, говорил, слушал, что пиздец. Он 0.14, почти 2 килограмма держит. Да. На резину 0.14, а 165 на блесну, там 2.3, 2.4, что где. Я уже, наверное, года 2, что-то в Санлайн они... Да, я вот вчера купил, думаю, дай попробую. Ну нахер. Ну да. Интересно, потом подойди, а есть там у вас? Не, у нас нету. Ну, покажу, какой. А, ладно. Ой, ладно, надо отобедать. Надо отобедать, как считаешь? А? Да тебе лишь бы пожрать. А ну, ребят, давайте за вас. Резину поставил? Какую? Белую? Белую надо ставить. Тебе говорю, белую поставь. Есть? Все, ребят, вот закончили рыбалку. Я уже все собрался, Саня все пытается навалидолить еще хотя бы одну рыбу на пасту, на поплавок. В итоге, что хочется сказать, с утра был клев, так себе начался, так себе. После запуска, где-то спустя час, это где-то в районе, ну, наверное, с 9 до 12, до часу, клев был хороший. Клев был хороший, был... У меня было 2-3 схода, 3 обрыва, еще несколько зацепов, то есть сегодня 4 блесны просто посеял, подарил Савельеву. А так, ну и 2 рыбы взял. 2 рыбы взял, уже закоптили, сегодня попробуем.
В общем, как-то так. Ребята тоже полавливали. Неплохо. Кто-то вообще очень хорошо отловился, насколько вот я видел. Ребята ловили, ловили постоянно в течение дня. В общем, как-то так. Всем огромной удачи и пока.